Привет! Привет! Мы приехали в магазин посмотреть, какие есть новинки игрушек. Возле чего ты остановилась? Угу! Ух ты! Ну такого мы еще не видели. А что это такое? Pick me pops. Ой, смотри, кто там. Возьмем? Да. Крутая штука. Здесь еще есть такие маленькие. Ты кушаешь? Ага. Возьмем два, тебе и Роме. Да. О, Диана. Тебе хорошо было? Ребята, а вы тоже вот так вот на корзинку цепляетесь постоянно? Смотри. Что там? Это волшебная палочка такая. Кстати, YouTube запретил снимать волшебные палочки, волшебство. Представляешь, какая палочка? Нашли вот такого собачку интересного. Вот так они продаются вместе с будкой. Ого, вот, а ты такую Скай нашла? Да, она новогодняя. Новогодняя? Да, вот. Вот это да. Ты знаешь, что это? Это такой адвент-календарь. Вот смотри, здесь каждый день нужно открывать. И что-то будет, какая-то одежка для вот этой вот Барби. Хочешь, так и купим? Да. Смотри, что мы будем выигрывать. Лыжный костюм, лыжи, шлем, ботиночки и лыжные палки. Или же коньки и юбочка. Еще какой-то набор доктора можно выиграть. Доктор и собака. Да. Берем? Да, берем. Я думаю, что-то интересное. У нас такого нету в Киеве. Взяли. Смотри, а это такой же календарь, только Крайола. Возьмем еще вот такой для Ромчика календарь. Я нажимаю на кнопку. Оно еще и светится? Да. Вот это класс. Ух ты, мне нравится. Вот это да. И? Класс, мне нравится. Диан, смотри, а здесь можно домик делать. Давай возьмем. Хочешь? Да. Будем делать вместе? Да. Еще другие какие-то домики. Может, мы еще Роме какой-то выберем? О, вот такой. Отсюда видно печеньки. Давай, хорошо. Поехали. Едем, едем. Диан, смотри, какая пони огромная. Можно и коронку сломить. У них даже пищащие ноги. А тебе нравится пони, да? Да. А вот эти волосы еще пищащие. А смотри, какой набор большой. А вот это? Да, столько пони. Пони. Ромчик, привет. Привет. Что ты уже притащил? Папа мне разрешил вот этот трек. Это Томас? Да. Рома у нас треки просто обожает. И тут смотрите, какой плохой и хороший. Да? Да, это спасает, а этот его догоняет. Ты себе выбрал такую игрушку? Да. Дома открою. А что мы выбрали? Клади в корзину. Что там? Вон что! Ого! Целая гора Барби! Гора? Да, их пять! Что за Барби? Расскажи. Вот это лечит собачки. Барби-доктор. Это играет в теннис. А вот это посылки делает. Это стюардесса-пилот. Валит еду. А вот это Полина. Правильно. Ты знаешь все профессии? Это какая-то станция и ипподром. Вот что еще. Ну, это чтобы лошадкам было что покушать. Ого, Диана. Смотри, это все диснеевские принцессы. 12 куколок. Сколько?
Ян, yeah, смотри, какой котик. А ты ночничок? Да, наверное, ночничок. Вон, видно, лампочка горит. Ага. Ну, или светодиод. Класс. А кто еще есть? Собачка. Львенок. Это единорог. Единорог. Смотрите, что я нашла. Это делать башню щенячий патруль из печеньек. Ух ты. Класс. Я не на любовь. Смотри, есть твой размер. А ну, я приложу. Красиво? Да. Возьмем такой? Да. Яна в магазине игрушек себя даже приодеть может. Ой, нашли еще одно классное платье. Так, берем. Сколько тебе лет? 3. 4. Ну, давай возьмем на 4 года. Класс, мне очень нравится. Яна говорит мне, что нашла себе колготки с юбочкой. Они сюда. Мне кажется, они маленькие, даже на Бабибон. Хлебушек нарезать? Делать какой-то бутерброд? Да. А вот это? Это делать блины с бананами. Это делать сэндвич. Торт на день рождения. Торт на день рождения. Тостный кейк. А это пицца. Да, это пицца. Тупербот. Тупербот? Да. Что такое тупербот? А такое у нас есть. Папа такое купил, дома лежит. Нашла Рому. Диана уже тоже здесь. Что вы здесь делаете? Это такой домик. Ты такой домик построил? Да. Смотри, тигрик заработал. А, какой клевый. Ой. Ой, какой хороший. Он тебя съел? Какой Диана нашла замок красивый. Нажала кнопочку, да? Ага. Чей открывается? Это ванная? А если вверху нажать кнопочку, то он светится. Привет! Привет! Караван поехал. Вот какие-то классные игрушки для малышей. И слоник. А это, скорее всего, их машинка. Диан, ты хочешь такую гусеничку домой забрать? Вот это да! Девочки тут начали. Давайте ее туда положим. О, нам помощь пришла. Ух ты, Ромочек уже себе велосипедик присмотрел. Катается по магазину. Ты никому не мешаешь? На велосипеде ездишь. У тебя точно такой же, да? По размеру. Что-то ты забыл на нем ездить. Завтра покатаемся? Обязательно. Вот дает. Ездит уже полчаса по магазину. Мы с Дианой едем дальше. Смотрите, кто здесь. Здесь даже мальчик такой есть. Мы видели у Эмили Тюб такую куклу Лайк Насти. Ой, так ее можно взять. Так если брать, то вместе с мальчиком. Это кто? Это зайчик или кролик? Или лялечка? Лялечка одета в этом. А, лялечка в таком костюмчике. Мам, смотри. Рома и Диана зависли в нам-намс. Светящийся. Ого, Диан, смотри, какой нам-намсик. Многоквартирный дом для нам-намса. Диана готова в группу поддержки? Класс.
Они есть фиолетовые, а есть вот такие розовые. А это можно на шею одеть. Песенку поет? А вот розочка, которая делает прически. Класс. Смотрите, здесь есть такие классные куколки, называются Water Babies. Она вся мягенькая, с ней можно спать. А еще у нее сзади есть отверстие, в нее можно налить теплую водичку, и она будет служить как грелка. У нас есть одна такая куколка, и Диана с ней классно засыпает. Вот такие же малышки, только поменьше. О, Бэби Бон, которая плавает, только темная кожа, да, у нас со светлой. Вот, у нас точно такая же. Здесь есть куколки Бэби Бон. А в том году не было. Сколько одежды Барби! Смотри, это наряды, Диан. Вау! Даже обувочки? Сумочки. Аксессуары? Это Барби, какой-то лесной мир. Вот это красота! Вау! Рома нашел себе галстук. О, папа, тебе вообще хорошо. Красота. Диана, помощница? Папа взял штуку, которая заняла всю корзинку. Нам пришлось вторую брать. Диана себе еще котика ухватила. Без котика из магазина не выходим.